позы коммунистические время, я в детских садах работала, это как воспитательница. И потом вот социальная сфера тоже я работала. Я вот сюда пришла, когда пенсия ушла. Я в этом месте работаю уже 5-й, 4-й год. От предков вот это передается наследственно с родом, с рода вот так. Это помощник шаманский. И нож тоже сам. Эти тоже непростой нож. Я смотрю. Катаю, какие дела, какой работа сегодня, как у меня, что ожидает, что будет. Поэтому я это камнями. Тут всего 41 камень. Что будет сегодня, значит, хорошо. И этот рог означается, значит, у меня сегодня клиенты тоже придут. Здравствуйте, проходите. Учиться ничего не надо, и просто раз старый есть, старым своим надо работать. И также люди с другие, с границы тоже иногда я принимаю. В 19-м году я ездила в Южную Америку, и Сан-Диаго, и Чили. Мен алдым дейсің жаш. Жаты ерді ол. Кә!